Да, мы просто с Бишкеком сейчас на связи, и нам как бы вот тоже, они, врачи оттуда... Я вам ничем не могу помочь. А с ним связаться, может быть, как-то? Нет. Можно? Можно к вам еще раз? У меня такой вопрос. Вы же дежурный врач, получается, на сегодняшний я день? Я по экстренным. Я принимаю больных. Угу. Вы что хотите? У меня куча вопросов. Мы вчера еще хотели забрать пациента, ребенка. Вот смотрите, был выходной. Еще раз повторю. Вам надо было прийти до обеда. Вы были мы. Врач. Мы были. Вот вы с ним должны поговорить. Поговорили. Я вам ничем не могу помочь. Вы от меня вот что хотите? Вы выключите. Я полное право имею снимать. Вы я вам могу права. Даже... Я вам на законном основании могу вот показать. Я вам сейчас... Пойдемте. Вот, пойдемте. Вот сейчас. Меня не надо выталкивать. Нет. Вот смотри. Ты пошел нафиг, понял ты? А, так. Так, да, вы хотите оказаться в Акипресс... Байке. Вот дежурный врач меня выгнал из своего кабинета, при этом смотрел кино. Вот такие у нас врачи. Рентген-кабинет давно свободный. Нам врач еще, главный врач, он говорил, в 4 часа вам сделают рентген. Я сейчас был в рентгене. Я знаю, что надо в 4 часа делать. Я знаю. Когда я освобождаюсь, я иду на рентген и делаю. Вот смотри. Ты пошел нафиг, понял ты?